Помните, когда раньше на стартовом острове люди ставили дерево удачи, в котором можно было выбить алмазы? Почти 100 алмазов можно было забрать. Ну а сейчас, к сожалению, такого нет. И максимум, что вы здесь можете получить, так это золото. Но нам должны добавить новые алмазы, которые должны быть в 100 раз лучше, что было раньше. Вы сегодня в этом видео узнаете, как выглядел фарм алмазов раньше и новый обменник. Всем приятного просмотра, нажимайте на лайк, это самое важное, потому что последний лайк покажет, какой вам скин выпадет. Начинаем. Что взять? Нет, по-моему, больше. Да, так и знал. Изи, я сам первый его. Второй. Да ну! Тихо! Два алмаза. Нормально, нормально. Пожалуйста. О, тут еще поставил. Да почему не золото? Середина, да, да. Один алмаз. Один алмаз. Один алмаз. Блин, еще ставит. Сколько? Два. Еще ставит. Один алмаз. Два алмаза. Один алмаз. Нифига, тут сколько их, офигеть. Скринить надо тогда вообще. Опять клавиры. Вот. Еще центр должны дать, алло. Центр дали, я сказал же. Две штука. Еще же будет. На все золото напишу. Да блин. Да, да, да. У двоих. Кто-то очень много алмазов забрал. А где алмаз? Я даже нажать не успеваю. Опа, бегу. Все заезжай. Чек. Ничего. Блин, ничего. Два алмаза. Золото. Фул золото. Сзади были. Сзади были. Ладно, нормально. Алак, боже, ема, тут столько всего было. Это жесть. Ты чекни, сколько здесь всего. Все, блин, ничего не вылезает. Ой-ой-ой. Да-да, клевер, кого-то очень много надо сейчас. Все, все поставил. Еще выпал. Два клевера. Три же. Офигеть. Чека, они продолжают выставлять. Смотри, еще дальше. Еще закидывают, но защиты дофига. Пять алмазов. Пять алмазов было? Да. Хорошо. Не, еще алмазы что-то не падает. Чека, сколько? Пацаны, бок. Налево, пацаны. Да капец, я все золото забрал. Всё. Я просто уже добыл, я забираю. Ой-ой-ой. Да я все золото забираю, реально. Один алмаз, нормально. Найс. Одна штука. Е-мое. Ща выбиваю 100 алмазов. Есть! 50 тысяч алмазов! Ес! 500 золота! Есть! Отлично, 1000 золота. Все, пацаны. Алло, клыпай! Последняя финальная катка. Финальная катка осталась. Это последняя такая катка, потому что я уже устал, если честно, набивать. Мне уже просто уже все болит, реально. Все, он ставит. Успею. Это что? Алмаз. Алок выбил. Хорош, брат. Два алмаза. Что такое? А, это старое дерево. Нифига. Да. Опа. Два алмаза! Ема! Я уже я капец в плюс пошел. Еще, пацаны! Один. Ема, тут два. Столько всего. Капец, что-нибудь. Лес. Там еще была палатка, блин. Один. Хорош. Четыре выиграл. Я не успел. Получается, за целый час я себе набил 31 алмаз. Но мой тиммейт набил больше, почти 50 и 60. То есть у каждого по-разному, вы можете выбить и сотку за одну минуту, ну или как я за целый час только 300 алмазов. Поэтому разброс разный. Если хотите, чтобы я выбивал 24 часа, просто ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Новые алмазы.
будет ли это у нас бесплатно, потому что, как можно заметить, здесь написано clean for free, что переводится бесплатно. В общем, здесь free написано. Короче, здесь очень много скинов, здесь вообще есть лутбоксы за 6000. Короче, здесь вообще прям дофига всего, но это, я думаю, фейк какой-то. Не знаю почему, но, в общем, по идее, может быть такое, что будут какие-то задания, в которых будут снижаться данные вот алмазики. Но, опять же, был у нас, получается, тестовый сервак, на котором тоже были данные алмазы. Что это говорит? Возможно, то, что реально это будет. Но посмотрите, насколько здесь все дешево, да? Так-то. Но, опять же, как это будет все зарабатываться, да, эти все алмазы за задания, сколько их нужно будет выполнить и так далее, это просто жесть. Видите, здесь написано вот такая вот иконочка. У нас пока этого нет. Будет ли это вот уже в августе? Я вот не знаю пока, ребят. Но вкратце, просто задание выполняйте, получайте алмазы. Здесь есть обменник. Я просто думаю, здесь просто магазин сразу засунули и все. То есть эти все скины, я не думаю, что будет бесплатно. Тут вообще просто жесть, потому что тут такие скины. Тут просто не показано в этом видео, да, к сожалению. Но я видел, там вообще жесть. То есть там и новые скаджеты в виде какого-то корабля. Поэтому, ребят, я не знаю. Вот в комментах напишите, как вы думаете, будет ли это у нас. Будет ли это новый типа фарм алмазов. Потому что у нас забрали дерево удачи. Добавят ли нам вот это вместо дерева удачи. Это только осталось ждать. Надеюсь, то, что вот в этом полгода, надеюсь, хотя бы покажут это событие, если реально это будет. И будет ли вот это все. Потому что там писец какие скины, ребят. Я вам просто это отвечаю, то что вот пока на таком плане, который здесь добавили, там очень хорошие скины, прям очень хорошие. Там даже эмоции, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. И опять же, скаджеты новые какие-то и скины. Ну и если видео про алмазы, то, конечно же, нужно их сегодня будет потратить. У нас вышло новое колесо фортуны и сразу просто залетаем в него, вообще даже не думая. Блин, лучше просто. Сюда, блин. Набор разрушительницами просто за 9 алмазов. Все, забираем сюда. Шикарно. Но, блин, конечно, я не я. Нужно забирать все скины. Поэтому, блин, конечно, зашибись. Шикарно. Слушайте, я доволен? Я вообще доволен. Ну, блин, да. Поэтому придется мне потратить сейчас алмазиков побольше. Хоть я и выбил скины. Мне, в принципе, узичка тоже нужно будет для коллекции выбивать. Поэтому, как бы я бы не хотел, если мне он сейчас не выпадет, то придется забирать за последний, да? Ну, тут магазин 2, но вообще можно было просто забить на этот скин и не выбивать. Как вы думаете, в комменты напишите, выбивать мне его или нет.